Здравия, други! Сегодня хотелось бы мне поговорить с вами о НАЗах. У нас у всех с вами есть, несомненно. Вот. И начать немножко, точнее, я вам сегодня покажу мой новый НАЗ, сегодня только собранный. Вот. А начать хотелось бы немножко с лирики. То есть, как я уже неоднократно говорил, сборы НАЗа, ну, во всяком случае, у меня начинались всегда с контейнера, то есть подбираем подходящий контейнер и в него уже складываем все самое необходимое, что нам может понадобиться. Контейнер может быть, например, вот такой. Сюда уже войдет блокнот, свечка, ручки, карандаши различные, там, изоленты там, и всякая всячина, которая нам всегда, без которой мы не можем обойтись, самые нужные вещи какие-то. Единственное, он не очень плотно закрывается. Ну и тем не менее, понятно, что я сюда ничего. Мой первый самый НАЗ еще больше размером был. Либо можно взять вот такой контейнер. Банка из-под чая. У меня, собственно, сейчас здесь чай находится. То есть такой вариант. Либо может быть вот такой вариант. Это и был НАЗ, собственно, я его собирал специально для конкурса. Тут еще что-то в нем лежит, но не суть. То есть, но при этом всем, как бы, основная же, как бы, задача НАЗа – носимость. То есть, если это не неприкосновенный запас, а именно носимый, понятно, что в такой банке таких размеров НАЗ уже теряет эту функцию, либо же носится в рюкзаке и, соответственно, вместе с рюкзаком в случае чего и теряется. То есть вот это как бы тоже надо учитывать. Конечно, хорошо натолкать, там без блокнота в лесу не обойтись, буквально там в экстремальной ситуации, если у вас нет блокнота, все, пиши пропало. Но с другой стороны, если в рюкзаке и вместе с рюкзаком потеряется, это тоже надо учитывать. Так, ну и наш основной, как бы, НАЗ, про который я уже рассказывал, вот в таком контейнере. В общем-то, здесь не будем останавливаться, про это отдельные ролики есть. Да я думаю, что все уже и так знают. Вот. На мой взгляд, вот это вот самый оптимальный вариант. То есть при минимальных размерах, минимальном весе крепится за штаны и постоянно находится, теряется вместе со штанами только. Вот такой вариант. И тут на днях пришла мне посылочка из Китая. Наши китайские товарищи прислали мне похожий контейнер, на него указывали мне в свое время критики, когда мы показывали первый раз, вот первые разы вот этот наш свой НАЗ демонстрировали, мне давали ссылки, говорили, что там за 50 рублей можно купить контейнер, вот я его за 50 рублей купил. Тот, который стоит 50 рублей, он вот такой вот. Видим разницу, да? Специально для критиков. Поэтому, если будете заказывать у китайцев там контейнер, обращайте внимание на размеры. Ну и тем не менее, раз контейнер есть, миниатюрный, значит, из него можно сделать НАЗ. Почему бы и нет? Что я, собственно говоря, и сделал. И сейчас более подробно покажу вам, как бы, что я сюда укомплектовал. Что сюда влезло, точнее. Итак, что мы имеем? У нас есть миниатюрный герметичный контейнер на резьбе, алюминиевый. Присутствует уплотнительное кольцо, то есть он герметичный. Вообще изначально все вот эти контейнеры, они как бы позиционируются как контейнер для таблеток. То есть если там для больных людей, которые куда-то едут, таблетки сюда положил, поэтому они делаются герметичные. А совсем не для того, чтобы защитить наш НАЗ от влаги, да? Вот. Ну и состав, собственно, как обычно, рыболовный. Здесь у нас два крючка маленьких, лески, по-моему, 2 метра, больше сюда не влазило, 2 метра лески и грузило пришлось сжимать. То есть, ну, его развернуть-то можно, но второй раз его уже свернуть будет так же сложно, а третий раз оно уже, скорее всего, не развернется, поэтому на самом деле оно вот такое. Свинцовая пластиночка, очень легко рвется руками.
И сам я всегда, и когда рыбачил еще, пользовался такими грузилами. Дальше. 2 метра нитки, как обычно. Единственную иголку такую короткую я не нашел, пришлось сломать обычную иголку. Ну, я думаю, что в крайнем случае для ремонта пойдет. Тем более у нас у всех лазерманы, у лазерманов есть шило. И вот такой вот малехонький совсем кусочек огнива. Ферроцериевый стержень, 3 мм, 4 мм диаметром и 2 сантиметра, наверное, длиной. Вот такая вещица. Вот. Больше сюда, при всем желании, это все очень тяжело туда впихалось, и больше туда ничего не войдет. Вот. Но это от нас, собственно, это скорее сувенирный такой вариант. Несмотря на то, что все это функциональное, как бы все это можно использовать. Из 2 метров хватит за глаза, чтобы создать удочку, там, 2 метров лески. Грузило тоже этого достаточно, но не на там, 10 удочек, скажем, а на одну. То есть вполне хватит этого. Нитки тоже, ловушка. Там еще единственное, шить сломанной иголкой будет хреново, потому что она тупая. Но в крайнем случае можно обломить иголку и заточить по новой там. Отшлифовать, и она, в общем-то, будет шить. Вот. Но судьба вот этого конкретно. И, кстати говоря, можно будет подвесить на ключи, например, либо пристегнуть, там, приделать какой-то карабин и пристегивать к штанам. Он совершенно не занимает никакого места там и весит минимум. То есть практически невесомый. Вот. И несмотря на то, что это все-таки вариант сувенирный, его судьба уже предрешена, он будет подарен как бы кому-то из наших подписчиков ВКонтакте за активность, самому активному нашему, там, кого, кто нам больше всех понравится, мы тому его и подарим. Либо какой-нибудь мини-конкурс устроим и отправим в подарок. Вот. Ну а вообще, несмотря на то, что это сувенир, в принципе, всем воспользоваться будет можно. Дай, конечно, то боги, чтобы такого не случилось, чтобы не пришлось применять по назначению все это дело. Ну и тем не менее. Вот такой нано-НАЗ. Новый вариант НАЗа. От НАЗ. Ну и в завершение этого разговора как бы хочу передать привет всем нашим критикам, всем любителям всего анального. Если кому-то есть необходимость, кто-то захотел себе такой НАЗ, обращайтесь, я дам ссылку, где я его покупал. Как бы никаких секретов тут нет. Вот. И заодно, пользуясь случаем, хочу сказать всем нашим подписчикам на Ютубе. Я вижу все комментарии. Спасибо за хорошие, за добрые, за поддержку. Как бы, за то, что вместе с нами остаетесь. Приглашайте друзей. Оставайтесь и дальше с нами, приглашайте своих друзей, рассказывайте, вместе будем расти и развиваться. А если у кого-то есть вопросы какие-то, кого-то что-то интересует, подробности или еще что-то, я не всегда могу на Ютубе ответить, как бы я не очень-то умею этим пользоваться всем. Google Plus там, это вообще для меня темный лес. Поэтому если есть желание пообщаться или какие-то вопросы есть, ищите нас ВКонтакте, ссылка на группу есть на канале. Можно и меня там можно найти, спрашивайте на ВКонтакте, я разбираюсь более-менее, поэтому там отвечаю чаще. Ну вот так, всем спасибо, до свидания.